Российские паспорта Олег и Надежда Наумова держат в руках с особым трепетом. Начинается новая жизнь. В Самару молодая семья приехала из Днепропетровска. Возвращались на родину предков, делится Олег. Его бабушка из Тулы, дед из Курска. Но Наумовы выбрали Самару по велению души. Мы много городов смотрели. Нам понравилась природа, люди по отзывам, сама обстановка. И решили в Самарскую область. У нас никого нет в Самарской области, поэтому мы с нуля начинаем. Если уже захотел, нужно обязательно идти к своей цели. Все получится, как у нас. Работу уже нашли. Олег – технолог на заводе. Надежда – менеджер по продажам. Гражданство оформили за 3 месяца по программе содействия переселению соотечественников. В прошлом году в Самарскую область переехали почти 5000 граждан других государств, семьи которых когда-то жили в России. Едут в основном из Украины, стран ближнего зарубежья, хотя были заявки из Израиля, Греции, Индии, США. Почти все с высшим образованием. Учителя, очень много врачей, младшего медицинского персонала, экономистов, бухгалтеров, юристов. То есть все-таки достаточно профессии востребована именно с самарского рынка труда. Потому что не составляет сложности найти работу. И желание, самое главное, есть у соотечественника работать. Работать на благо уже нашего региона. С этого года получить гражданство по упрощенной схеме смогут и студенты-соотечественники, граждане других государств, которые учатся на 3-м курсе в самарских вузах и колледжах и хотят остаться в Самаре, жить и работать. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.